Скажите, а у вас когда-нибудь травмы были во время съемок? Ну, травмы это как таковые. Ну, у меня было на шоу травма. У меня было сотрясение мозга, как-то я участвовала в «Лето пламень» и упала сильно. Но какие-то там, ну, телевизор мне однажды на ногу уронили, было такое. Это, во время съемок универа? Нет, да, это во время универа, да. Ну, какие-то были, но, конечно, незначительные. Хотя приходилось сниматься с температурой просто там под 40, потому что серии в эфир. А у меня, я страшно заболела. Откорректировать сценарий не могут быстро-быстро на ходу? Так быстро, наверное, нет, потому что там уже линия, мы ее отсняли до этого, серии в эфиры срочно надо, и ты выходишь. Но, честно говоря, я когда вхожу в кадр, я забываю о болезни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».